Относительно молодая организация первым делом проводит открытый чемпионат среди любителей. Приурочили этот турнир к 25-летию профсоюзной организации «КАЗ-Профтранса». Дело в том, что железнодорожники помогли Федерации футбола с площадкой для проведения футбольных матчей. Свое арендованное время сотрудники КТЖ отдали для проведения чемпионата. Данное мероприятие полностью совместно КАЗ-Профтранс и основную задачу Федерации футбола Екибастуза выполняет. То есть это что туда входит? Судейство, организация, то есть призовые фонды, спонсоры, поняли, да? Потом игроки, то есть даже у нас есть детско-юношеская секция, которые в настоящее время тоже участвуют. 3 декабря прошлого года начался данный турнир. На старте чемпионата было 16 команд представителей работающей молодежи Екибастуза. Команды были различные. Это «Игресс-1» и ребята детского дома «Умыт», студенты. Были также и банкиры Народного банка. Цель нашей организации в первую очередь это как бы популяризация и развитие массового футбола нашего населения. Любительская. Возрастные категории, если сейчас так подумать, да, уважаемые ведущие, да, если так подумать, уважаемые жители города, у нас молодежь в данный момент только сидят в социальных сетях, находятся где попало, не занимаются спортом. А сейчас, если так подумать, возрастные категории, начиная с 9 лет до 35 лет, если будут увлекаться футболом, то есть мы достигнем такого ракурса, то что... Как говорится, здоровые дети, здоровая нация. В финальном отрезке турнира интрига сохранялась до последнего. Три команды заработали одинаковое количество очков. Но все же игра есть игра. Третьими стали банкиры Народного банка. Второе место за производственниками «ГРЭС-1». И обладателями кубка 25-летия профсоюзной организации железнодорожников стала команда «ДОСТАР». Лучшим бомбардиром назван Александр Рафиков, забивший 16 голов. Вратарем Игорь Избицкий, представляющий электростанцию №1. Даулет Арынгали получил приз как лучший защитник турнира. Банкир Халыкбанка Аслан Ахмеджанов стал лучшим нападающим. А Юлюбаев Серик с командой «ДОСТАР» назван лучшим игроком турнира. Отрадно, что футбол, как образ жизни, снова возрождается в Екибастузе.